Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы рассказать про очередную халяву. Итак, поехали! Сегодня 22 июня, и много игр получить можно бесплатно навсегда, какие-то опробовать, и в том числе скидки в Steam. Все рассмотрим. Начнем мы с игры Shadowrun Returns. Ее сейчас раздает сервис Humble Bundle. Что она собой представляет? Это у нас такая ролевая игра, киберпанк, пошаговая инди. В общем, кому нравится неспешный такой киберпанк, достаточно любопытно, можно опробовать. Значит, вышло в 2013 году. Что у нас содержит? Коллекционные карточки для одного игрока и все дела. Как забрать? 78 на метакритике. Очень неплохо, я вам скажу. Такой вот киберпанк. Значит, раздает сервис Humble Bundle. Не забываем, что этот сервис очень-очень много игр крутых раздает. Переходим на страничку, будет ссылка в описании. Само собой, у вас здесь должна быть учетная запись, не теряйте ее. И вот, попадайте на эту страничку, жмете, как всегда, Add to Cart. Игра оказывается в корзинке. Переходим, здесь нам нужно нажать Get it for free и сделать подтверждение или у себя на почте, или здесь зайти в личный кабинет. То есть я здесь нажму Preview Email. Так, и здесь вот просто нажму на эту картинку. То есть все пошагово. Дальше я перематываю в самый низ, и вот у меня появляется Reveal Use Steam Key. То есть, ну, максимально быстро Steam ключик забирается. Копирую, и сейчас его активирую в Steam. Так, активировать, далее, соглашаюсь, вставляю. И вот, Shadowrun Returns, то есть игра появилась. Так, это то, что касается первой игры, ссылочка будет в описании. Дальше поехали. Стала бесплатной SOS. Изначально это была такая игра на сбор реликвий, и три человека максимум могли выбраться из острова. То есть это был даже некое подобие Battle Royale, но со своими идеями, со своим видением. Но потом разработчики перевели игру в стандартный Battle Royale, 32 человека и выживает только один. Ну и игра, конечно же, зря, в общем. Многие говорят, очень зря, потому что изначально игра была действительно необычная, любопытная, нужно было идти в своем направлении, но разработчики перешли в стандартный Battle Royale, хотели срубить бабла, так сказать, похайпиться, но не вышло. И игра получилась не может конкурировать с другими представителями, и ей поставили очень много отрицательных отзывов, и разработчики решили полностью в бесплатную перейти режим. То есть играть можно бесплатно сейчас на постоянке, насколько я понял. Как поиграть? Само собой, переходим на страничку Steam и все, устанавливаем и все дела. Сейчас игра исключительно как Battle Royale и все дела. Но вроде бы SOS Classic есть. У меня в Steam почему-то есть такая табличка SOS Classic. Может, и в классический можно SOS поиграть. В общем, SOS бесплатно. Пробуйте. Дальше, что любопытно, сейчас проходит открытый бета-тест The Crew 2. То есть все совершенно бесплатно могут поиграть с 21 июня со вчерашнего дня по 25 июня. Я, кстати, вчера хотел сделать халяву, но поскольку Steam лег и вообще нельзя было подключиться, что-то показать, рассказать, поэтому сегодня делаю. В итоге можно сейчас вот в The Crew 2 даже в Steam поиграть, но в любом случае привязка к Uplay. Uplay все равно должен быть установлен. И вот, пожалуйста, до 25 июня все сейчас могут поиграть в The Crew 2. Ну а что любопытно, уже наставили отрицательных отзывов очень много. Все потому, что якобы опять физику не вытягивают, и графика тоже слабовата. Но вы пробуйте, кому как, почему бы и не попробовать до 25 июня. Дальше, что у нас бесплатно? Еще продолжается бесплатная раздача игры Cuisine Royale. Это у нас тоже такой Battle Royale, но шуточный. То есть здесь сковороды, здесь различные... В общем, кухонные предметы, как видите, такие вот. Высмеяли разработчики сам жанр и сделали такую приятную графику. То есть, ну, временами побегать, а может кого-то и надольше затянет. В общем, пробуйте, игра просто бесплатно в Steam. Переходите, нажмете играть, но ограниченное вроде бы время. Тоже до 25, до 25 июня тоже можно забрать. То есть осталось 3 дня, но еще можно забрать. Cuisine Royale. Дальше Quake Champions еще сейчас бесплатен, поэтому тоже до 25-го можете успеть еще урвать Quake Champions. Но здесь нужно, не забывайте, вроде бы установить и поиграть там хотя бы одну катку сыграть, поэтому имейте в виду. До 25 июня Quake Champions. Дальше, что у нас по мелочи, такие вот игры вроде Heroine's Quest. На героин похоже.
не пропаганда запрещенных средств. В общем, как здесь у нас есть коллекционные карточки, поэтому я ее добавил, если кому интересно. Ссылка будет в описании. Просто в Steam установить, авторизуйте, само собой, установить, и окажется у вас в библиотеке. Карточки, там все дела. Очень положительные, кстати, отзывы. Для любителей такого жанра игра на самом деле хорошая. Следующая игра бесплатная, это Диссидент такой вот у нас. Так, сейчас... Ролик вышла в 16 году, тоже за счет карточек я ее сюда добавил. Она простенькая, конечно, очень. Это у нас приключенческая игра, казуальная, сериал, в общем. Ну, что-то такое, инди. Инди-взгляд какой-то такой, знаете. Можете попробовать. Ну, карточки есть. Тоже ссылочка будет в описании. Перешли, установить нажали. Она оказалась в библиотеке, окажется навсегда. И еще вот покажу такую игру. Сирена тоже можно бесплатно забрать. Это у нас такая... Point and click, ну, в общем, хоррор, ужастик такой атмосферный, якобы какой-то. Тоже можете поиграть, если кому нравится такой жанр неспешных ужасов, так сказать, где не нужно бегать как сумасшедший, а просто что-то нажимать, проникаться атмосферой. Значит, карточек здесь нет, но все равно вроде бы такой атмосферный, для слабых ПК и ноутов тоже пойдет. Установить просто в Steam переходите, установите все дела. Так, дальше еще хотелось сказать, что карточная игра Colors Bane от авторов Minecraft стала бесплатной. То есть, раньше это была игра, называлась карточная Scrolls. То есть, это от разработчика Minecraft знаменитого. Он тогда начал делать эту карточную игру, потом ее забросили, якобы закрыли. Но в итоге сейчас опять вернули. Как установить, тоже будет ссылочка, но она не в Steam никак. Тут нужно отдельный установщик их установить и играть. Но тоже нормально, там сервера свои здесь можно делать, то есть и как-то с друзьями, и все дела. В общем, тоже пробуйте, любопытная карточная игра от такой серьезной студии. И в конце хотелось бы рассказать, что сейчас в Steam проходит просто крутейшая межгалактическая летняя распродажа. Будет она проходить до 5 июля, еще достаточно много дней, чуть ли не 2 недели. Поэтому переходите в Steam, жмите на скидки вкладочку... И смотрите, какие мега сумасшедшие здесь скидоны. В общем, на все-все-все. То есть тут раз за 150 рублей можно взять. В общем, скидки до 80% и, наверное, до 90 местами доходят. И это просто мне приглянулось. Раст за 154, там, ну, Doom 400 рублей. В общем, кому что, переходите в скидки, смотрите. Хотя сейчас, наверное, на YouTube будет много обзоров, какие скидки по жанрам. Ну, может, так поищите. В общем, не пропустите, сейчас очень-очень много скидок в Steam. Все. Это пока все на данный момент по раздачам. Не забывайте, что все более подробно они будут описаны по ссылочке в описании в статье «Халява, Steam, игры бесплатно». Здесь я добавляю все-все-все эти видео, все раздачи. Даже если раздача небольшая, то она, я ее просто добавляю здесь на страничке, а видео не делаю, потому что, ну, не хватает для полноценного видео. Поэтому время от времени заходите на саму страничку. Также не забывайте, что если вы сами хотите добавлять какую-то интересную раздачу, вы что-то нашли любопытное, то вы можете зарегистрироваться на сайте RMPC.by и в раздел блоги создавать страничку под саму раздачу. А я ее же потом ссылку на нее здесь добавлю, то есть основную страницу. То есть вы в блогах создаете, ссылочка как писать в блогах статейки будет в описании. А я уже здесь делаю под нее отдельный, то есть такой разделчик. Все, все ссылки будут в описании. Я продолжаю дальше следить за всеми различными раздачами, халявами и так далее. Все, с вами был Алекс из сайта rmpc.by. Спасибо за просмотр.